1962-м случается Карибский кризис. Что это? Сначала американцы разместили свои ядерные ракеты в Турции. СССР это не понравилось, естественно, слишком близко до собственных границ, и они в ответ размещают ракеты на Кубе. И это уже не нравится Штатам. Они блокируют остров, и фактически две недели весь мир ждет начала ядерной войны между СССР и США. Но президент Кеннеди и генсек Хрущев договариваются, советы разбирают свои ракеты из Кубы в обмен на то, что американцы вот не вторгнутся к Фиделю Кастро и уберут свои ядерные боеголовки из Турции. Сделка состоялась, война не началась, всем хорошо.